Эх, как жалко, спасибо-то, я даже сегодня разу не скопал. Кстати, друзья, всем привет, с вами я, Рэд, и, короче, жалко просяться. Как вы видите, уже снег выпал, все, выпал снег. А у меня, друзья, здесь посевы не собраны, они пропадут скоро, друзья, поэтому сейчас я, наверное, буду, ну, не сейчас, наверное, там где-нибудь через 2 дня буду посевы быстренько собирать, а потом здесь все замерзнет и начнется холодные деньки. Да, друзья, как-то зима поздно, что ли, пришла. Так, друзья, ну что ж, пошли, что ли, в центр деревни. Я вам, друзья, покажу. Ну, вы, наверное, уже все видите. Вон здесь рождественские сундуки уже как бы стоят. Потом вот здесь, потом елку, кстати, друзья, поставят. Вот видите, елку будет здесь, а не дерево. Дерево, конечно, с корнем уберут куда-то, куда я не знаю, друзья. Но если вы хотите, друзья, тогда, друзья, я с удовольствием туда схожу, посмотрю, куда они реально прячут. Ладно, друзья, давайте, что ли, куда еще можно сходить. Так, его не знаю, жителя. Так, о, житель. Так, пошли за ним, что ли. Все равно нечего делать, если тесно. Так, странно. Если житель как будто целеустремлен куда-то идет. Так. Стоп, это, друзья, что такое? Мне показалось, ли житель как будто куда-то зашел. Только в окошко надо посмотреть. Так, так, его там нету. Ну-ка, надо еще в другое окошко посмотреть. Так, стоп. Житель вообще не то. Он где? Там же туда же, там вообще некуда спрятаться. Очень, друзья, странно, вот. Вот, окей. Сейчас давайте к мэру зайдем, что ли? Ой, это не мэрин дом. Черт, перепутал. Ладно, давайте. Я вот отсюда сяду, значит. Вот здесь. И буду смотреть на эту дверь. Черт, офигеть. Куда житель пропал? Так, я буду очень, друзья, наблюдать долго. Так, ну. Черт, ну что так долго? Где он? Так, друзья, я все равно буду ждать. Так. Странно. Что, друзья, житель пропал. Вот куда он мог пропасть-то? О, стоп, он вышел. Так, тихо, спокойно. Спокойно, друзья. Так, офигеть, куда он пропадал же? Друзья, для меня это как-то слишком странно. Житель зашел, потом вышел. Тем более, друзья, он, знаете, я час ждал. Час примерно. Ну или минут 5, мне показалось. Так, друзья, вот смотрите, вот куда он мог зайти? Вот вы представляете? Я нет. Так, окей, сейчас давайте. Тогда давайте сломаем доски, потому что я знаю, этих жителей, они могут и хранить много тайн, они, возможно, там в бункере построят себе. Сейчас покопаю здесь пару досочек. Так. Фух, друзья, я уже устал. Я вон, смотрите, друзья, тут 4 доски уже от пола оторвал. Сейчас буду 5-ю отрывать. Может, здесь что-то найдется. Фух, но я... Друзья... Стоп, что? Туннель? Опа, друзья, я все же оказался прав. Офигеть. Надо всегда в следующий раз начинать с конца. Так, давайте, друзья, спустимся. Вот так. Все, друзья, спускаемся. Вот так. Фух. Черт, вот этот туннель. Так, стоп, это кровь. Ну-ка, надо приблизить. Стоп, друзья, реально похоже на кровь. Так, ладно, пошлите. Ух ты, здесь свечки стоят. Как будто подземелье какое-то. Так, это еще чья-то кровь. Черт, ну, друзья, не свежая даже. Так, давайте, что ли, пройдем туда. Здесь все кровь. Так, ладно. Черт, офигеть, я, друзья, впервые в таком замешательстве. Так, стоп, это, друзья, похоже, как будто здесь выход куда-то. Фу, здесь тоже кровь. Так, стоп, что? Игроки? Стоп, как? Не может быть здесь кровь. Здесь свете, здесь как будто, не знаю, закапывали кого-то. Офигеть, это что, тут жители сделали, что ли? Не может быть. Все жители добрые. Так, ладно. Надо, друзья, сейчас сваливать, наверное. Вот недавно, друзья, я играл с пару игроками. И их было примерно
пятеро, шестеро. А здесь только три головы, кстати, друзья. Так, все, надо найти этого жителя. Черт, здесь все, фу, это кровь. Так, ладно, надо бежать, бежать быстрее. Так, черт, надо забраться. Так, я здесь, наверное, друзья, сейчас все досками закрою. Сейчас, друзья, надо выйти и найти этого жителя, я не знаю. Так, друзья, ладно, короче, хватит говорить, давайте выходим и идем его искать. Ага, стоп, вон он. Так, друзья, так, надо аккуратно, он куда-то уходит, друзья. Он от меня не уйдет. Так, стоп, он ушел от меня. Так, где же он? Он куда-то на озеро пошел, ладно, сейчас я его найду. Я, друзья, его все равно найду, он где-то должен быть. Так, спокойно, главное. Стоп, что? Кровь? И там, друзья, кстати, кровь. Стоп, это житель? Так, ну-ка, давайте я тихонько подойду. Посмотрю, ну-ка, что он там делает. Так. Так, наконец-то я избавился от игроков. Так, избавился от трех, которых там в доме закопал. И вот еще от некоторых сейчас. Стоп, мне кажется, или как будто за мной кто-то следит. Надо проверить в кустах. Так. Так, друзья, я ничего не понимаю. Это как? Что? Это что за житель? Здесь все ботики. Так, там кровь. Здесь ямы, здесь земля. Что происходит? Что за житель-то? Стоп, что? Голова? Это голова игрока. Так, а что в бочках? Ну-ка. А, чего? Голова. Кости. Фу, гнилая плоть. Фу, как воняет. Не может этого быть. Чтобы житель закопал? Нет, жители же все хорошие. Тут все стемнело. Райт. Ну, привет. Стоп. Житель, ты не так все понял. Голова, житель, зачем ты это все делаешь? Ха, Райт, вы мне так уже давным-давно надоели, что я хочу от вас от всех избавиться. Я твоих друзей всех убил. Теперь я закопаю тебя. Прощай, Райт. Нет. Ха, все, наконец-то от Рэтча избавился. Теперь я пойду и от других жителей избавлюсь. Наконец-то.